Азовское море на грани рыбной катастрофы. Из 50 промысловых видов рыб для полноценного вылова осталось 3. Об этом говорится в пресс-релизе Государственной экологической инспекции Минприроды Украины, пишет корреспондент Нет. Сообщается, что за последние десятилетия в Азовском море более чем вдвое уменьшился объем вылова пеленгаса, в 3 раза судака, в 4 камбалы, калкана. Основной причиной в инспекции считают массовое загрязнение Азовского моря производственными и бытовыми стоками, нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающую охрану водных живых ресурсов. Значительный вред наносит браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов, приобретя признаки организованной преступности. По их словам, Азовское море перешагнуло грань, за которой рыбная катастрофа неминуема. Однако есть те, кто говорит, если срочно предпринять решительные шаги, ситуацию можно спасти. Вице-премьер Украины Юрий Бойко надеется, что конфликтные вопросы между Украиной и Россией по газу будут сняты до 2020 года. На вопрос журналистов, значит ли, что подписанные договоренности в Москве устраняют конфликт по газу с Россией, Бойко ответил утвердительно. «Мы предупредили наших партнеров, что экономика не выдерживает, и мы будем уменьшать закупки газа», — отметил Бойко в интервью. Кроме того, в интервью одному украинскому телеканалу вице-премьер подчеркнул, что дополнения к газовым контрактам коснулись только изменений цены, но не коснулись объемов закупаемого Украиной российского газа. Институт геронтологии НАМН Украины презентовал портал для пожилых людей. На сайте есть контакты учреждений, где пожилые люди могут получить медпомощь, найти работу и даже адреса центров развлечений для пенсионеров. Также на сайте есть видеоуроки для медперсонала и родственников, показывающие, как ухаживать за беспомощными людьми, рассказали в Институте геронтологии, пишут «Вести». Старейшая жительница Украины, 116-летняя Екатерина Козак с Ивано-Франковщины, претендует на место в Книге рекордов Гиннесса. Бабушка может стать рекордсменкой, если найдутся спонсоры для внесения регистрационного сбора в 20 тысяч долларов. По словам представителя Книги рекордов Украины, такая сумма нужна для приезда уполномоченного представителя от Гиннесса из Лондона и оформления всех документов. Наша долгожительница, родившаяся еще позапрошлом веке, была на 2 месяца старше предыдущего рекордсмена из Японии, который умер в июне 2013-го. В субботу, 21 декабря, представители компании-оператора «Фукусимы» заявили, что уровень бета-излучения в грунтовых водах атомной станции достиг рекордно высокого значения – 1,9 миллиона баккерелей на литр, передает издание «Траст». В одном из технических колодцев в районе второго энергоблока в минувший четверг были взяты пробы воды. Это дало возможность установить, что по сравнению с данными середины ноября уровень бета-излучения вырос более чем вдвое. Специалисты подчеркнули, что если такое положение дел продержится и дальше, это позволит говорить еще об одном факторе, влияющем на изменение уровня радиационного загрязнения морской воды близ станции, передает агентство Киодо. Авиасообщение в крупнейших аэропортах на востоке Канады нарушено из-за ледяного дождя и сильного ветра. Отменены тысячи рейсов в аэропортах Оттавы, Торонто, Монреаля и Галифакса, передает Интерфакс. Автобусное и железнодорожное сообщение в некоторых районах Восточной Канады полностью приостановлено. Почти 500 000 канадцев остались без электричества, и по данным властей, восстановить электроснабжение пострадавших районов, скорее всего, удастся только через несколько дней. Власти Турции освободили от должности 25 высокопоставленных полицейских, пишет издание «Обозреватель». Всего с начала операции «Большая взятка» 17 декабря от должностей были отстранены почти 70 сотрудников полиции. Среди отстраненных глава управления безопасности Стамбула Хюсейн Чапкин. Напомним, ранее в рамках этой операции были взяты под стражу более 50 подозреваемых, в том числе сыновья министра внутренних дел и экономики, а также министра по делам окружающей среды и градостроительства. В Тернополе появился на свет ребенок-богатырь. Вес новорожденного 6 килограммов 800 граммов, а рост 63 сантиметра. Такие параметры бывают у малышей в возрасте 4-5 месяцев. Для жителей села Татьяны и Сергея Юрчук это уже 13-й ребенок. Семья ходит в церковь пятидесятников более 20 лет и верит, что всех детей им дает Бог, информирует газета «Вести». В Японии уже много лет практикуют ароматерапию в офисах. Белых воротничков лечат от депрессии запахами лаванды, мелиссы, пишет «Телеграф». Ученые предлагают использовать лаванду. В Японии установили, что аромат этого растения действует на психическое состояние человека, и в результате появляется желание работать, причем качественно и продуктивно.
Так специалисты определили, что при вдыхании запаха лаванды число ошибок у программистов снижается вдвое. Дополнительный бонус – аромат этого лилового цветка успокаивает сердце и снижает давление.